Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня очень интересная модель. За ней я уже давным-давно охотился. Вот, и, собственно, охота увенчалась успехом. Audi RS6 в C6 кузове. Вот такая вот интересная модель в синем цвете. Именно такой хотел, именно такой искал. Вот, и порядка 2 лет ушло на такие вот серьезные поиски. Вы знаете, для меня вот мне нравится сам процесс поиска вот модели. Вот если он еще связан с какими-то интересными факторами, то вот, не просто там пошел на eBay купил. Хотя данную модель на eBay ты просто не купишь. В общем-то ее от нее не очень-то люди хотят избавляться. Именно там в общем-то 2 года я ее и подыскивал, присматривал, но нет. Ни разу за это время она мне там не показалась. Вот, и вы знаете, наверное, от этого становилось еще более интересным, увлекательным. И в конце концов, вот, собственно, я знал, что найду и когда-нибудь покатаю ее по своему столу. Ну что, значит, здесь у нас лимит 1500 штук у данной модели. И, в принципе, это немного. Учитывая то, что вот стали делать модели по 4000, вот, и потом изменив цвет еще 2-3 штуки, поэтому, ну, здесь действительно их очень мало, и редкие они, а учесть еще то, что за столько лет они могли с ними, еще могло что-нибудь произойти, так это, ей-богу, так. Вот, значит, что у нас одна коробочка есть здесь, простая, беленькая. Вот, второй не было. Ну и, как бы, собственно, главное это начинка. А с начинкой как раз в этом случае все здорово. Вообще никаких проблем. Вообще никаких, то есть, никаких косячков, никаких следов, ничего, ничего, ничего. Моделька достойная. Вот, и, в принципе, я доволен, рад. Значит, что по денежкам? Вышло так. Значит, 180 фунтов вместе с доставкой. Получилось найти ее у одного частного коллекционера. Вот, и здесь в Англии. И немножко мы, ну, в принципе, скажу, что не торговался я особо, да, и человек не уступать не хотел. Вот, поэтому сошлись на 180 с пересылкой. Вот, много, мало, ну, вы знаете, не могу вам точно сказать, потому что нету, не с чем сравнивать, собственно, не с чем. Вот есть, да, отправная цена тех лет, которая составляла чуть меньше 50 евро за модель, ну, конечно же, плюс доставка в ваш регион, в вашу страну. Вот, но 50 евро стоила вот данная модель, когда она была новой. Вот там. И сейчас, конечно же, это сумасшедшие деньги. Но если учесть, что как-то RS4 я продал тоже примерно за такую же сумму, то здесь ничего удивительного. Модели востребованы, модели всегда очень-очень желанные у коллекционеров. И еще что, кстати, вот C6 кузов, как я заметил, как уже выяснил. Ну, в принципе, мне кажется, если я могу быть неправ, если кто-то знает, кто еще выпускал, кроме Ота, такую модель, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но я, наверное, процентов на 98 уверен, что, по-моему, C6 кузов Универсал RS6 не сделал больше никто, кроме вот компании Ота. Вот, есть еще один кузов, есть еще один цвет у данной модели, но тоже он немножко, по-моему, синий, фиолетовый, что-то. Я, честно, не врать не буду, не могу вспомнить. Но знаю, что еще один присутствует. Вот. В принципе, друзья, на этом все, что хотел вам показал. По салону быстренько покажу еще вот такой вот светленький салончик. Ну, изумительно, изумительно шикарная модель на самом деле. Вот, не может не радовать. Вот, вообще-то, все здесь восхищает. Поэтому вот пока у меня момент эйфории.
от того, что вот она есть. Спасибо, что вы посмотрели этот обзор. Всем вам желаю удачи, будьте здоровы, до новых обзоров, пока.